Котика. Почему? За ним надо убирать какашки. Конечно. А как ты думала? Это же твой питомец. Ну а что? Ты ж просила питомца? Хомячка хочу. А что, он, думаешь, не какакает? Да. Крин, я уже договорилась, так некрасиво теперь будет. Котик ждет, что приедет к тебе жить. Чего это ты плачешь? За ним надо всегда убирать какашки, а они мне в нос попадают. Нет, если ты нос не будешь сувать в какашки, они тебе в нос не попадут. Ну а как ты собираешься ухаживать за своим питомцем? Никак, не буду я котика брать себе. Что же мы скажем маленькому другу, который уже ждет, что к тебе приедет? Что же мы скажем, а Карина передумала, она тебя предала? Это ж как так? Это ж не по-дружески. За ним надо всегда убирать какашки, они воняют. Твои какашки, что ли, не воняют? Воняют. Ну так вот, а почему я-то убираю за тобой какашки? Ну что, без котика? Без котика. А слушаться будешь? Буду. Котика хочется, а какашки за ним надо убирать. Ну а как же, это же твой маленький любимец. А в садик буду ходить, если что. В садик? Да. Но пока ты в садике, я уберу какашки. А потом ты придешь и ты уберешь. Все, Карин, я звоню и отказываю котику. Да. И ты опять останешься без питомца? Да. Без друга? Да. А как ты без друга-то?